Ребята, всем здорово! Сегодня распаковка посылки от подписчиков. И сегодня мы будем распаковывать посылку от Пашки Ризберга. Канал Goods from China. Пашка мне прислал и говорил, только не оставляй ссылку, будут кричать, что я пиарюсь, а я от чистого сердца тебе прислал шоколадку. Вот, сегодня будем распаковывать. Перед тем, как распаковать, по старой китайской традиции, хочу вам порекомендовать канал распаковок из Китая. И это будет канал Китай Г. Да, снова этот канал, снова его рекомендую. Парень активно развивает свой канал, делает крутые ролики, каждый день выпускает. Короче, ссылка будет в описании, и скоро я сделаю ролик, сколько Китай Рулит зарабатывает на YouTube. Ну и, собственно, сравню с Китай Г, потому что так как он делает отчеты, и я там писал, читал у него в комментариях, что там люди пишут, о, мы представляем, сколько зарабатывает Китай Рулит. Вот, чтобы это все развеять, я сделаю ролик и просто с Китай Г сравним два канала. Ссылка на него будет в описании. Пашка прислал мне большую коробку, большую посылку, еще отправлял в Ильичевск, но она долго ехала, и вот мне брат переслал, я это все дело забрал. Поэтому сейчас распакуем и посмотрим, что прислал Пашка. Как спрашивал я, то есть под последней распаковкой посылок от подписчиков, какими объемами нужно делать ролики? Ну, то есть посылок, да, сколько? 2, 3 штуки, 5. И сказали, давай по 1-2, то есть лучше пусть короткие будут ролики, потому что по 30 минут, по 25 минут не всем удобно смотреть, там кто половину смотрит. Поэтому я буду делать, если такая большая посылка, вот, да, от Пашка пришла, реально огромная, коробок здесь, ну, килограмм 100, но по объему большой. Вот, я буду распаковывать одну посылку. Если будет чуть-чуть поменьше, буду 2. То есть в зависимости от объема самих посылок, буду распаковывать и показывать вам. Сегодня будет одна, сегодня мы будем смотреть, что же нам прислал Пашка. Так, давайте пакет рассмотрим. О, прикольно, Пашка прислал мне утюг. Утюг Браун. Слушайте, прикольный утюг. Прикольный. Там, конечно, все, я представляю, навалом. Красный такой современный скотч. Взрослый. Так, давайте потихоньку отрежем. Отрежем, надрежем и посмотрим, что же там. Он мне уже там каждый день, когда вы распакуете, а мы уже с ним на ты, когда ты распакуешь мою посылку, когда ты распакуешь мою посылку. Думаю, когда она уже ко мне приедет, эта посылка, чтобы я ее распаковал. Так, так, здесь тоже все замотано, чтобы сюда чужие руки не залезли, а если залезли, то это было видно. Но вроде, как видите, не залезли. Не знаю, с какой стороны распаковываю. Он мне писал, что аккуратно, аккуратно, там прям какое-то что-то хрупкое. Мне кажется, что там какие-то должна быть кружка какая-то. Вот почему-то. Потому что он там просил фотографии. Вот. Так. Там, кстати, еще новости появились по поводу Китай-шоп, да, шоп называется, шоп китайрулит.com, где футболки там от Китай Рулит. Ну, то есть, кому интересно, вот, я заказал футболку, приедет, посмотрим на качество, и там сейчас переделают, то есть, формат цен будет чуть подешевле, доступнее. Ну, короче, это все расскажу просто, как бы, там, чтобы, знаете, как новости я только рассказываю в посылках от подписчиков, потому что, когда распаковываешь китайщину, там некогда. Так, сейчас я уже все разрежу аккуратно. Потом, о, видите, как аккуратно разрезал и сразу вскрыл пару жвачек. Вот вам скальпель. Одно лишнее движение и все. И жвачка, две жвачки можно... Не, наверное, в рот не буду засовывать, потому что буду плямкать и начнутся комментарии. Роллтон. Так, Пашка сам начал худеть, а меня хочет поправить. Вот такой вот вермишель. Спасибо, Пашке. Спасибо. Так, жвачки высыпаются. Это у нас Дирол. Открой. Арбузно-дынный коктейль. Так. А запаковал так, как будто сам вот это дело не распаковывает и знает, как оно все скотч этот, раз этот. Разрезать трудно, чтобы ничего не порезать. Так, убираем жвачку. Давайте дальше. Копошиться. Так, здесь еще орбит примотался. Орбит примотался, и вот такой вот тик-так. Тик-так скромненький. Так. Еще один Дирол со вкусом мяты и мелисы. Со жвачками проблем нет. Он, может, мне картинку какую-то распечатал. Может, фотографию. Может, мою, а может, Ангелины. Потому что там и фотографии Ангелины просил.
Что там Пашка надумал? Сейчас мы аккуратно это все разрежем, потому что, ну, прям очень аккуратно просил распаковать. Прямо, говорит, распаковывай очень аккуратненько, потому что можешь что-то там повредить. Но не говорит до конца, чтобы сюрприз был. Заинтригуют, заинтригуют, а потом жди вот эти посылки. Кстати, много людей мне отправили айфоны оригинальные, вот, макбуки. Да, ну, в принципе, как понимаете, да. Игорь, привет, я отправил тебе там посылочку, ты это забери на почте. Там, короче, айфон 6, вот, или этот, постоянно такая версия. Игорь, ты забери там айфон 5, я тебе отправил оригинальный. Ну, я просто купил себе 6, а 5 мне уже не нужен. Я решил тебе его отдать. Вот таких много парней хватает, конечно. Ну, что-то как-то, ребята, не доходят ваши айфоны. Так, все, размотал я. Размотал. Есть. Оу, здесь плакат. Здесь календарь. Здесь календарь на 2015 год. Я и Ангелина. Спасибо, прикольно. На отдых захотелось съездить. Прикольный такой календарь. Вот оно что дело. Вот оно к чему фотографии. Видите, а я там кружки. Какие там кружки? Календарь. Прикольно. Прицеплю его где-нибудь на стене. Красиво. Красиво, Пашка. Молодец. Подарок удался. Давайте смотреть дальше, потому что время идет. Камера у меня, батарейка не вечная. Жико. Соленый арахис. Так, это у нас Рафаэлла. Рафаэлла. Я Рафаэллу не люблю, Ангелина любит, поэтому это Ангелине. Спасибо. Так, это у нас какой-то здесь блок. Блок. Сейчас, ребятки. Что-то мне кажется, что это киндер, шоколад. Не? Или мне кажется? Чувствую, что это киндер шоколад. Две пачки. И вот такой вот пацан улыбается, говорит, прекрасная жизнь с киндер шоколад. Спасибо. Очень прикольная, вкусная штука. Недешево она стоит, ну, как по мне. Ну, и, соответственно, вкус такой, знаете, кушаешь и думаешь, вот это вот. Ну, по сегодняшнему курсу я вообще как бы боюсь считать. Сегодня я выложил фотки в Инстаграм, там ВКонтакте. Можете посмотреть, что происходит вообще в Киеве. Что за движение здесь? О, ребята, здесь еще и письмо лежит. Давайте, наверное, письмо прочитаем. Что мы все разбираем? Мы ж Пашку не знаем. Что-то здесь конвертов капец наложил. Конверты, что ли, раздают в Красноярске. Сейчас распакуем и посмотрим. Так. Ох, нифига себе, конечно. Куда Китай рулит, да Goods from China. Смотрите, какие наклейки. Это наклейки или фотографии? Фотографии. Так, это подарочная карта Киви на 30 рублей. Прикольно, прям 30 рублей. Можно что-то с ними сделать. С 30 рублями, спасибо. Ну, реально, это фотографии, да. Ну, прям вообще, крутой канал, что тут скажешь, продвигается. Надо себе будет заказать каких-нибудь магнитов, там еще что-нибудь. Но это все ближе к встречам, там, когда будут встречи, если они когда-то будут. В принципе, по голосованию я проводил в группе. То есть, придете вы на встречу или нет, проголосовало 80 на 20. То есть, ну, как по мне, результат очень даже неплохой. Из 100 человек придет 80, да, ну вы понимаете, поэтому я сразу так посчитал в голове, сколько придет людей. Да, думаю, магнитов нужно будет, конечно, затариться по-серьезному. О, письмецо. Так, Игорь, привет, здорово, новая посылочка тебе по традиции, можно сказать, отправил. Да, галочка выполнил. Хотел отправить огромную посылку, и это уже не первый раз, но доставка в Украину стоит нереальных денег. Пашка, я тебя разочарую, теперь она стоит в два раза дороже. У меня вот там вчера, кстати, обзор был на Дуги DG280 Leo, который выиграл парень
в конкурсе, и мне нужно его отправить. То есть кто-то там написал, что я там кинул участника, не отправил телефон. У меня договоренность была такая, что телефон поедет после обзора. Обзор я выполнил, то есть теперь телефон отправляется. И доставка телефона стоит, ребят, ну в районе где-то 400-500 гривен. Вы, как бы, если кто ориентируется в гривнах, вы понимаете. По доллару я уже вообще не перевожу, потому что получается, ну, реально космос какой-то. Представьте, телефон, который стоил $70, да, пусть по курсу, получается, доставка стоит почти как телефон. Это жесть. Набрал в магазине кучу всего, хотел сделать так, чтобы уложилось максимум в 1.5 килограмма, так как если больше, то нельзя мелким пакетом отправить. Да, там посылка уже будет. В итоге набрал на 5 килограмм с чем-то, поэтому большую часть того, что хотел отправить, убрал. А чё грустный смайлик? Не убрал, захавал же сам, наверное. Представьте, мне 1.5 килограмма отправил, там даже 100 кило, а остальное сам захавал. Так, жил бы ты в России, я бы тебе 10-15 килограмм посылочку отправил, а так доставка стоит дороже, чем все товары посылки. Это да, ну так есть. Так что давай, переезжай в Россию, ну а теперь переходим к распаковке. Да, вот такие вот дела, ребятки. Ну, с доставкой реально проблемы. Я вот не знаю, почему не сделают курьерскую службу, да, например, по странам СНГ, Беларусь, Россия, Казахстан, то есть, ну, это же реально сделать, почему, как бы, чтобы это не было там по срокам, прям, как там DHL катается, да, там, DHL, там, 3-5 дней, пусть там 10 дней катается, да пусть 15 даже дней, но чтобы курьерская доставка, там же цены будут хотя бы более-менее нормальные, почта вообще сдурела напрочь и привязывает отправку, да, и ты живешь в своей стране по своей валюте, но твою отправку на почте привязывают к доллару, но это где такое было, ну, только у нас. А, и магниты Пашка прислал еще, вот такие магниты. Слушайте, ну вообще канал серьезный, блин. Надо себе таких тоже, же говорю, сделать. Здесь один, да, один. Такой плотный магнит, толстенький. Как Пашка. Шутка. Так, а, здесь два магнита и календарь на 2015 год. Good from China. Так, все, пусто. Поехали дальше, что там еще у нас есть. Соленый Royal Popcorn, короче. О, это что такое? Это звездный дождь. Загадай желание. Это хлопушка, скорее всего. Ну да, мы ее крутить не будем. Положим на лучшие времена. Так, здесь у нас бенгальские свечи. Да, с петардами меня, конечно, подписчик затарил так, что на весь год хватит. Дальше кофе идет. О, ребятки, оригинальный Power Balance. Кстати, Power Balance там под 1 000 000 просмотров у меня набрал. Представляете? Вообще, купил фигню, сам лоханулся, рассказал людям, чтобы они не лоханулись, и набрал 1 000 000 просмотров в ролик. Я так понял, что надо так, наверное, делать. Покупать всякую эту фигню, да, на которую реклама просто везде, там, отдел на руку, то есть все там, в спортзал даже не нужно ходить, супер себя чувствуешь. Вот, ну, короче, как оказывается, просто резинка, которая в Китае стоит $1, в лучшем случае в розницу, можно пачками набрать. Ну, в принципе, и сейчас люди продают, интернет-магазины поднимают на это много денег. Ну, кто-то ведется. Кто-то. Я тоже думал повестись. Но я посмотрел на тот момент, у кого-то я смотрел, Сереги Симонова, да, есть такой канал. Вот, я подписан, «Добро и позитив» называется. Вот, и как бы он ходил с этим браслетом, но у него был оригинальный. И когда я в магазине спрашивал, оригинальный это браслет или подделка, то есть не оригинальный, все будет пучком, оплачивай, завтра отправим. Ну и оплатил я и получил такую же китайскую фигню. Вот, еще тик-так, это, я так понимаю, китайский какой-то суп. Да, я, конечно, понимаю, что Пашка хочет меня догнать по подписчикам, но вот таким вот способом, прям вот, прислал мне суп, чтобы я съел и откинулся. Не-не-не, так не получится. На самом деле я видел, Пашка тестировал эти супы китайские. Ну, как бы у него такие были неоднозначные вкусы. Ну, попробуем, посмотрим, если я не забуду, где-то не заваляется. Так, это пахучка. Я думаю, что так пахнет? Что пахнет? Еще посылку взял в руки. Он положил в середину пахучку, чтобы вот это все, пока ехало, не завонялось. Ой, здесь вот такие всякие фрутеллы,
Фрутеллы, жвачки, Milky Way пошел в ход, Milky Way, еще жвачки, еще такие тик-таки и еще Nescafe. Вот такая вот посылка от Пашки. Ну, как бы я все сгребать не буду, вы все видели. Спасибо, Пашка, за посылку. Вот, что могу сказать всем остальным? Все, кто просят адрес, меня постоянно просят адрес. Ребятки, если у кого есть желание отправить, если у кого нет желания отправить, ссылка всегда под роликом написана. Адрес для отправки посылки. Вот. И вы переходите в контакт, и есть создана тема, и там, собственно, сразу в шапке адрес. Если вы в России, в Украине, в Беларуси, то есть есть и Укрпочта, есть новая почта, пожалуйста, отправляйте, если хотите. Я никого не заставляю, но на самом деле посылок мне хватает, и так полюбился этот плейлист в очередной раз. Я каждый раз повторяю, что меня не просят ни в обзорах, ни о посылках из Китая, просят сними посылку от подписчиков. Так эта крутая тема возросла. Я думаю, может, еще что-нибудь придумаем, может, какая-то мысль придет в голову. Если у вас есть какие-то такие мысли, да, о которых я не озвучивал, можете написать в комментариях, я обязательно сегодня почитаю это все дело, или завтра почитаю. Пишите, что изменить, что добавить, то есть я всегда за эксперименты, может, что-то новенькое с вами придумаем. Всем спасибо, Пашке спасибо за огромную посылку. Подписывайтесь на канал, если кто не знает Пашкин канал, наберите Goods from China, кому интересно, и попадете к Пашке. У Пашки вроде там, я не помню, честно, не заглядываю, за 30 тысяч подписчиков вроде. Вот такие дела. Всем спасибо, до новых встреч, ребятки, всем удачи, спасибо, что смотрите. Прорываемся в этот кризис как можем, вот, развиваемся, и как я говорил, роликов будет больше. Чуть-чуть надо потерпеть. Чуть-чуть потерпите, и все будет круто. И увидите еще больше и больше. Все, всем пока.